ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. Što znači, ova vlada kaže nam istinu, istina je, daj nam kafir sljedovatimo. Pa kaže nam bate, ložu, ili kama bi nam odrešati. И сделай себе тех, которые услышат хорошее и хак, будет следовать, иншалла, лучше из этого хака и хорошего. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Это иншалла, маджлис. Маджлис будет братский маджлис. Просто в связи с событиями, которые произошли в последние времена. И фитны, которые на самом деле хотят все некоторые люди между мусульманами, возникли некоторые вопросы, которые ждут на них ответа. Ответы от людей, которые более-менее это ответственно занимают, или у кого есть эти ответы. Честно говоря, братья Аллахи, вот так, плана не было, он лекции делать. Вообще, в ближайшее время я хотел это оставить, потому что мы сейчас работаем полным ходом, чтобы закончить школу Хафизов и центр для сирот и запустить ее к концу месяца. Потому что мы по срокам не успеваем, у нас очень большая нагрузка. Я как раньше говорил в лекциях, просил очень сильно братьев помочь мне. Очень сильно помощь не нужна была от вас. Эта помощь была в том, чтобы вы мне не мешали. Есть, я не имею в виду всех людей. Есть люди, которые я знаю, просто у них делать нечего, кроме как на кнопку нажимать и фирмы все. Я им просто просил, если я мусульман, если мне кто-то еще так фирмы винит, если среди мусульман, у меня есть хак на этих людей, которые посланник Аллаха, и Аллах на них возложил. То есть, когда я сам пришел, моя честь, моя кровь, мое имущество и мой харам стал. Там есть вещи, которые илля биль хак. Есть там хак, когда жена сделал женатый человек или муртад. Кроме этих случаев, или хисас, моя честь харам мусульмана. И также честь любого мусульманина харам. Что, или я должен что-то сделать так, чтобы это моя честь стала вам халяль. И просьба большая была, если вы можете помочь, просто не мешайте. У каждого свои дела есть, пусть займется своим делом. Он мешал лучше, чем любой другой мусульман, и я в том числе, только просто не мешает. Но эта помощь оказалась слишком тяжелой. Кто-то не потянул так помочь. И чтобы, вот, исходя из хадиса, посланник Аллаха, салам, когда выходил со своей женой, помните историю, два ансара встретились, и он говорит, это моя жена София. Я Расул Аллах, как мы могли подумать, там, что ты можешь посторонней женщине туда-сюда? Они говорят, оправдываются. И он говорит, поистине шайтан проходит и проходит кровь по венам. И человек у вас кидает. Те вопросы, которые возникли, и на них нет ответа, люди уже молодежь, сами ответы придумывают. Сами ответы придумывают. Даже если они невероятные ответы, все равно они их говорят и дальше распространяют. Почти 90% времени здесь есть братья, которые слышали по этим вопросам какие-то слухи даже. Если, может быть, на самом деле кто-то и попался на эту удочку и даже сам распространял.
Кто-то обвинял, кто-то случайно съел мясо нехалялное. Вот сейчас вопрос, когда коснулась друга, который рядом со мной, говорит, за него тоже либо делали. Он говорит, «Альхамдулла, не ожидаю». Я говорю, «Альхамдулла, в плане частности тебя лично, тебе ожидаю». А то есть либо тебе лично на пользу идет, а в плане как джамаат, наше общество мусульман, это очень сильно нас разделяет, между нами фитну сеет. Поэтому вас Аллах в Коране ее самым, самым мерзким мисалом от. Ну, мерзкий, что, кроме как мертвого брата мясо кушает. Что может быть омерзительным? Вот к нам привезли джаназа читали, труп человека умершего мусульманина. Мы ее съели, сейчас цвет толпой кушаем. Аллах с этим сравнил. Что с этим Аллах еще сравнил? Больше ничего не сравнил. В моем плане, что этот человек свои все хорошие дела, когда Рамазан собирал, накидал мне. Чазахуа хайра. Но в плане общества, что мы друг друга вот так кушаем, и просто друг друга никто никого не уважает, никто никого не слушает, это очень плохо. И это говорит о том, что мы вообще не созрели. И мы недостойны победы. И мы недостойны, что вообще наши шаяты. Валлахи билляхи достойны. Валлахи достойны. Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху, он говорит, построил войско. Он сперва Саада начал, предводителя войска. Не обманывайся сам. Что Аллах тебе, посланник Аллаха, салам, тебе сказал, пусть мой отец и мать будет тебе выкупом. Не дай Аллах, чтобы ты возгордился. Хотя он родственник посланника Аллаха, ему при жизни рай обещали, и он на самом деле, лично ему только посланник Аллаха сказал, моя мать и отец пусть тебе выкупом будут. И он лично защищал посланника Аллаха. И каждая стрела, которую он уходе стрелял, убивал, поражал кафира. Посредством чего он защищал посланника? Прямо перед ним стоял. Ему есть чем добиться. Он на пути Аллаха сражался. Ну столько газоватов сделал. На пути Аллаха, посланникам Аллаха сражался, давать делал. Поклонялся Аллаху. Он лучший из сподвижников, один из 10 лучших сподвижников. И он предводитель войска мусульман, когда он сейчас с Русом был воевать. Есть еще чем гордиться. Есть люди, которые чуть-чуть бороду оставили, начали сыну собрать, он этим гордится, и вообще других не чувствует. Вообще никого не чувствует, он упор. Он думает, он красавчик. И этому человеку было чем гордиться. Умар ему говорит, смотри, не обмани салга. А войско мусульман говорит, вы не грешите, говорит, побойтесь Аллаха. Будете грешить, Аллах вам победу не даст. Потому что мы сильны имана. А общество, где друг друга поедают заживо, какой иман может быть? Какая победа может быть? Если с подвижником, Умар такой говорит, 1400 лет назад, нам что вообще ожидать? Что, чего нам вообще ждать? Я сейчас просто прямо говорю, из тех обсуждений, которые 2-3 темы есть, я отвечу на них все, иншаллах. Здесь есть люди, которые дальше обсуждали. Я просто тахадный вызов делаю, хоть одну вещь, если обосную то, я ему все, что он говорил, ради Аллаха халяль делаю. И еще подарок тоже подарок. Хоть одну тему. Поднимите руку, Аллах, я на нем не обижусь. Потому что сподвижники попадают в фитну. За Аишу говорили же? Аишу говорили еще раньше, ребята? Да. Кто говорил? Только лицемерные. Лицемерные запустили тему. А передавали мусульмане сподвижники. И не только сподвижники, а ее же родственники, которые ее же отец содержит. Места. Из-за него это спалилась Айша тема. Через это она узнала. Она выплакала все слезы. Сутки он плакал, у нее слезы не остались уже. От обиды. Он говорит, разве такое могут мусульмане говорить? И после этого случая Аллах не спасал 10 аятов, которые Айшу очищают. Которые шейхи до сих пор не признают эти аяты, до сих пор и осуждают, что она прелюбодейка. Эти люди, которые после этих аятов, не слушая эти аяты, дальше для мусульман ребят делают, подобные вот этим яудам и этим шиитам, которые после этих аятов тоже осуждают мусульман. Аллах Куране говорит, «Инна лядина джау бильифки госпату минку». Те, которые говорят, это бухтан, это наговор на Айшу, с этим пришли, говорят, это час у вас. И цены, это Абдулла Байн Мусару, их не главный. Кто начал? «Ля тахсабуху шарраллакум». Он говорит, Аллах говорит, не подумайте, что это вас вред. Бадгуа хейну лаку, наоборот, это вам добро. Добро в чем, братья? Нам урок.
Урок из этого случая на всю жизнь, чтобы мы это не повторяли. И Аллах нам подсказывает, как мусульманам, это обращение мусульманам, это не обращение лицемерам. Последний месяц уже все больше и больше оказывается лицемером. Если Умар боялся, ради Аллаха, что он лицемер, и спрашивал Хузейфу, он в списке лицемер или нет? Нам каждый день по 100 раз надо спрашивать себя, в зеркало посмотрели и спрашивают, ты лицемер или мусульманин? Ликуль Маргин Минху Махтасара Бляниф. Каждый человек, который это делал, каждому за это грех будет. Он судит не перед Аллахом, это ответ, иншаллах. Валляди и тавалля кибраху минум ляху азабун азим. И тот, который возгордился, этот лицемер, который это начал, ему большой азаб будет судить, Аллах говорит. Кто эту тему начал, большой азаб ему. Ляху ля Аллах сейчас говорит, нам подсказывает, что нам делать. Просто мусульманы, мы Коран не читаем. Мы говорим на Коране и Сунне, никто Коран и Сунну не читает. И здесь 3% братьев не могут руку поднять и сказать, что 3 жуза хотели Коран и Сунне. И то же самое 2% не могут руки поднять и сказать, что я хотя бы 40 хадисов на Сунне. 40 хадисов имам Нави, который собрал сборники, которые основные, самую суть ислама содержат. Может поднять руки и сказать, что хотя бы 50, что я их на Сунне и могу тебе подряд рассказать. Вот на таком Коране и Сунне ты брат. Ты не можешь быть на том, что ты не сам не знаешь. Ты на Коране столько ты его знаешь, сколько ты его соблюдаешь. И на Сунне столько ты его знаешь, столько соблюдаешь. Или хотя бы пытаешься узнать и пытаешься соблюдать. Аллах в Коране говорит этим людям, которые слушают Аллаха, и слушают Коран, и читают Коран, и следуют Корану. Лауля ив самиатумуху занна л-му'минуна вал-му'минат. Если как вы это услышали, это бухтан и наговор. Если бы мусульмане и мусульманки подумали, би анфуси им себя, хайра, хорошее, не может такого быть. Он же мусульманин. Может, это не так? Аллах говорит, если бы вы так подумали. Вакалу хаза ифхум мубин, и сказали, что это явный наговор. И это явный бухтан. Первый бухтан. То, что здесь распространено. Что кто-то собирал кого-то идти куда-то тазия делать. Ну, есть же такой бухтан? Есть такая тема? Я, брат, я находился в Кисловодске на лечении. Я после этого случая даже Халилу Ахману старшему шуну даже не звонил. Ни разу вообще не связывался с ним. Я в лекции вообще в Кисловодске 4 лекции делал там. Надо 4 лекции делал. А вы здесь мясо кушали, там обсуждали. Я говорю, кого-то собирал, еще тысячи людей куда-то ехать. Я лечение делал в Кисловодске, и это братья полный мечеть там не светили. Тот же Ахмад Анчевский, тот же, который там на него бухтан сделал. Со мной там был, мы надо с ним на лошадях катались. Там фотографии даже в интернете есть. И после этого случая даже я не позвонил сюда, не хотел по телефону эту тему обсуждать. Этот случай произошел, когда я был в Нальчике, а эта тема обсуждал, когда я был в Кисловодске. И я лечение даже делать не успел, один раз к врачу попал. Потому что братья увидели, давай лекция туда-сюда, и каждый ночь лекцию мы делаем. А это время братья меня кушали мясо. Субханаллах, хоть один раз кто-нибудь мог позвонить, спросить. Но эти люди написали. Сейчас ты шариатский суд отдать, накажешь ли? Иншаллах накажет. Уже одного наказали. Еще двое-трое на подходе. И вообще, после этого вообще, будем иншаллах систему транзировать. Если ты не можешь за свои слова отвечать, брат, вот закрой свой, вот Аллах говорит. Сказал бы, ты подумал бы хорошее и сказал бы бухтан. Бухтан, пока нет двух свидетелей. Если два свидетеля есть, которые видели, что Абу Умар это делал, или Буар Мухаммад это делал, глазами видел и точно знает, в Аллахе даже тогда тебе это скрывать лучше перед Аллахом. Посланник Аллаха Сарасам говорит, «Ман сатара муслиман фит дунья, сатара Аллаху яммал гиям». Кто мусульманин, его ай узнает и его спрячет, укроет его ай. Аллах его судит, его грехи укроет. Мусульманин, истинный мусульманин, даже узнал, у него есть свидетели, все равно это укроет. Посланник Аллаха, салям, говорит, человек приходит, говорит, я Расул Аллах, халяк. Я попал в такое положение, что я сам себя уничтожил. Что случилось? Я зина сделал. Человек вот чисто сердечно признался. Позиция мумина, посланник Аллаха. Он говорит, может ты пьяный? Может быть ты просто ее лапал или целовал? Посмотрите,
ti ga konsumaš reći. Onda tebe ga nas upravo ne zna, pa pravil ti ju. Ni prinimaje da mi ju opravdanje živim. Pa ja 4 raza mu sam na svijet, svijet se s njim zdjel. Jesli zina, hukum, 4 čovjeka uvidjeli što zina bilo. Но один из них не так описал, не в то время или не в том положении. Всех 4 8 спалок надо пошарятовать. 8 спалок пошарят. Каждого. Даже если ты видел, все равно не попадать. Если другой, один из вас не так описал. Или 3 свидетеля есть, 1 женщина, 4. Всех бьют. А здесь сейчас такие серьезные, как называется, братья, хукну делают и слухи распускают по свидетельству женщин. Сестра сказала, жена перенесла домой на кухню тахава, желтая пресса, и пошла. Мы просто превратились не то, что мусульман. Бабушки бывают на скамейке сидят, семечки грызут. Кто-то пройдет, бла-бла-бла-бла-бла, мясо съели. Кто-то туда прошел, вот. Туда смотрим, обсуждаем, туда смотрим, обсуждаем. Кого мы превратились уже? У Аллахи большинство это причина бездействия. Человек, который действует, у тебя время нет. Настолько новые причины, новые ребята и бухтаны придумал, что даже опровержение не успеваешь. Брат, просто помолчи, да, Аллах, это большая помощь от тебя. Просто помолчи, Абу-Бакр ходил с камнем во рту, Абу-Бакр, ради Аллаху ан, который когда только хак говорил, или Коран, или хадис, или повлиял хорошее, или зикр Аллаху, вот так вот ему хабар был. Он с камнем во рту ходил, боялся Аллаха, что лишнее скажет. Поэтому Аббах. А мы как черви друг друга пожираем. Маленькое испытание, чуть-чуть испытание, чуть-чуть дрогнуло, уже все базы создают. Друг друга уже готовы съесть. Блядь, те, которые это пишут, они не пророки и не ангелы. Это люди, которые из нас. Вчера здесь, вот ты здесь себя осуждаешь, да? Туда пойдешь, там то же самое ты будешь. Тот же человек ничего не поменялось, брат. Он не стал ангелом, не пророком. Вот здесь, который с нами был, он какого именно уровня он надо был, какого уровня Акады был, такой же там он. И он тоже ошибается, у него есть тоже право на ошибку. И у меня есть право на ошибку, брат. У меня есть право на ошибку, я не пророк, не ангел. Ты мне руку кто-нибудь поднимите из нас, вот кто это обсуждал. Кто ко мне подошел, насильно сделал, или пытался хотя бы. И кто-нибудь скажите, что ко мне подошел, сделал насильно, я не исправил, я не извинился. Кто-нибудь может сказать? Субханаллах. Аллахи, Аллахи. Когда Муртазали Рахималлах убили, мне в голову пришел идея, что мы на самом деле таких ученых не достойны. То же самое ему делали. Аллахи хуже делали. Такие мерзкие вещи за него больше мне озвучивают, просто харам не знаю, озвучивают. Начиная с того, что докторскую купил, кончая до его семейной жизни и личной жизни. Вот эти мрази до сих пор здесь живые остались. Как его жрали мясо, до сих пор именно они другие живут. А есть, ладно, есть эти лицемеры, есть такие нехорошие люди, которые делают. Как Аллах Коран сказал, «Алейса байнакум раджулун рашид». Нет, ни разу нету среди вас людей, которые размышляют, которые богочестивы. Хотел сказать, вот такой брат, ты узнал это, нет, спросил, нет, у тебя есть это, нет. Применяется тем, не говори. Фудейль ибн Ияд, ради Аллаху ан табиин, абид аль-харамейн. Пригласили гостя. Пригласили гостя. И при нем, пока этот один человек опоздал, гости прийти. Абида ждали нас, заждались чуть-чуть, а он полный был. Я начал говорить, что он полный, жирный, поэтому опоздал, что-то кто-то начал смеяться. То есть начал рыбать дело за ним. Он говорит, прежде чем даже хлеб не дали, уже начали мясо кушать. Что такое? Он встал, ушел с этого маджлиса. И 3 дня не кушал. За то, что он присутствовал в маджлисе, где рыба делали. Он себе запретил 3 дня вообще кушать. То, что где маджлис рыба, что он участвовал. Субханаллах. Что такое рыба, брат? Эта тема столько разжевана, столько за это говорили. Ничего не помогает. Нету сердец, нету имана, брат. Нету давления в сердце. Что бы ни говорил, через себя пропускает. Никто внутрь не запускает информацию. Не боятся Аллаха. Эй, брат, посланник Аллаха говорит.
Što da govori Hibar? Zikruka ahaka bima jakra. Pamina svojeg brata to što on ne ljubi. Jel ti je pri njom skadal, jer mi pa mravo smo. Skadal za jednu skrivo. Vopros takoj. Spadvišnji ti govore. A rajte ja Rasul Allah, jesli nam te jesli. A kak? Jesli, on na samom djelu takoj. On ga, jesli na samom djelu takoj, faqad irtabta ti za njoj Hibar sdjelo. A jesli on ni takoj, to ti za njoj Bogdan sdjelo. Одно из двух. Или ты в Хибар попал, или Бог там попал. На самом деле, достойные люди, нормальные люди, обсуждают идею. Идею, как возвысить слово Аллаха. Как помочь исламу. Что я должен сделать для ислама? С этого вот нормальные люди обсуждают. Хотя бы другие люди обсуждают события более-менее нормальные люди. Что произошло в Сирии, что происходит в Борме, что происходит в американском персонале, прям мусульман, фильм, какая наша позиция, если там вот это убили фитну шоссе между мусульманами, как нам надо поступать во время фитны посланник Аллаха говорит, сидячий лучше, чем стоячий, ходячий лучше, чем кто уйдет. И молчали, кто молчит лучше, чем кто вообще разговаривает. Фит во время фитны надо молчать и сидеть, и нельзя в фитну уходить. А это время фитны, это время судного дня приближается, мы же видим все маленькие аламаты видны. Просто как трава на ветре, вот так покачиваемся туда, сюда, туда, сюда. Моментально. Правда, я вам еще раз говорю. Пока вы не будете ходить к шейхам, учиться таджвиду, акиде, свою религию изучать, вы вот так будете всю жизнь туда качаться, сюда качаться. Потому что нормального корня нету стержня нет. Человек, который ходил, садился на колени и брал знания, он знает цену этим знаниям. И он не говорит то, что нужно говорить. Он следит за своим языком. А человек, который увидел на базаре слух, он дальше передает. Увидел в интернете слух, дальше распространяет. Никому голову не приходит узнать истину. Неужели я был такой недоступный, космос летал? Я же, вот когда у вас имение проблема, что вы же находите, ищите же. А почему, когда касаются фитны, почему не ищете? Если до меня не дозволяют, есть люди, которые со мной рядом есть. Уже за них начали говорить, за них начали говорить, что он там, кто-то не в городе, что он там никого. Брат, я хочу сказать, чтобы вы понимали, если я сюда выхожу, у меня есть просто так выйти, есть куда место, где люди живут. Если я по уходу каждому вопросу буду отвечать, я час-два здесь останусь. Я там уже просто срываю встречу. Это вопрос, который ты задаешь, это твой личный частный вопрос. Бывает большинство делается, которое мы делаем общественное, которое в общем давату, общему мусульман касается. Твой личный вопрос, она второстепенна, а общая это первостепенно. Если мы вот эти приоритеты не будем ставить, у нас ничего не пойдет. Я свой личный вопрос оставляю, возможно, последний. Я с своей женой не разговариваю полчаса, в день никогда не больше с женой разговаривал. Последнее время я вообще не помню. А с вашей семьей, когда я принимаю, я часто уже разговариваю. И тебя слушаю, и ее слушаю, и кого-то ругаю, и кому-то насиха делаю. И за счет этого моя личная жизнь страдает. Но я же вам не жалуюсь. И вы те, которые приходите этим вопросами, не мои вопросы решать идете, свои вопросы решать идете. Когда вам нужно что-то решить, вы идете. А когда за кого-то фитну делать, почему не идете, не спрашивают, не узнают. Хоть один человек узнал, хоть один человек. Просто мертвые души какие-то непонятные. Вообще нет, я с ним абсолютно. Я знаю, есть нормальные истинные братья, которые сказали, кого-то закрыли, которые в подожди сказали. Они всегда есть. Всегда есть и лицемеры, и мусульмане. Нейтральные. Есть, которые истинные мусульмане, которые стараются болеть за ислам. Без этого не бывает общества. Просто я вам хочу сказать. Я ему сказал, можно за тебя, ребят, или за меня делать, это мне благо. Все, что тебе, ребята, делал Рамазан месяц, можно мне перекинуть. Джазакаллаху хайран, за меня трудился. Но это вред обществу, брат. Если я узнаю, что ты за меня, ребят, делал, потом уже второй раз тебе мне сердце не располагается, как первый раз. Потому что я понимаю, что ты при удобном случае готов меня просто съесть. Как я тебе могу просто, как брата, уже обратно так же? Тяжело, брат? Ну, можно простить ради Аллаха. Подумал, что по джахилии сделал, да, он не понял. Всегда можно простить.
I poslanik Allah se za to je prašao. I jemu Allah je to je poslanik neprijatelj. Za njega govoriš on lugun. Allah je za njega to je govore. U Allah je govore. No govore bidači. Ja na njih ne obižaju. Nije bidački, ne dolžim ljubiti. Kada mi ženi bidači? Kada ste musulmane, to ne zove sve. Ahlu sunete, djevoj. Prati, gdje te čuta ni tako nas. Ili u tebi ni tako, ili u mnja ni tako. Eto u mnja ni tako, brat, pa prav. Ja je gdje pred vam sežu. Ti slušaš, ti ne ošibajš, ja govorim, mogu ošibit se. I evo da pustila, ja postajeno vam povtarajem. Ja ni učonim. Što vi ažideli, što je tam učonim. Daži, jesli bil bi učonim, imamam, imu šta je tam, sve ono je smijek. Pravo ošibit se. I ošibaju se. I učonim, imu šta je. Ну если бы меня исправили с Далилом, с обоснованным, и я возгордился бы и не исправился бы, вот тогда ты какое-то моральное право, не шариатское право, а моральное право обидеться там за мне, что муж говорит. Но ты даже не попытался, брат. И это вопрос не об Умара лично, или кого? Это нашего джамаата. Мы вот здесь, кто здесь, это может лицо нашего джамаата. И мы помните, хадис говорит, право брата на брата. Мусульманин, зеркало мусульманин. Я твое зеркало, брат. Не пачкай зеркало. Я твое зеркало. Ты, вот ты во мне отражаешься. Если Абу Умар накосячил, и на грехи сделал, и хороший поступил, тебе будут твой родственник, бедачик или джахиль упрекать. Вот ваш Абу Умар. Помните лекцию делал? А смотри, что он сейчас говорит или делает. Буду же говорить, брат. Я же ваше зеркало. И вы мое зеркало. И мне будут говорить, вот тот, который на твоей лекции ходит, он жену свою избивает и издевается над ней, развелся без причины. Не говорят так, брат. Он же на твоей лекции ходит, скажи как ему. То есть он мое зеркало тоже. Вот так мы, мусульмане, зеркало друг друга. Если я твое зеркало, и ты мое зеркало. Мы говорили на лекции, если я испачкаюсь и посмотрю в зеркало, что я делаю? Моя реакция, я смотрю, сразу чищу, потому что испачкался. Если ты мое зеркало, ты должен меня чистить, брат, и насильно сделать, и исправить это. А ты размазываешь. Брат, ты не мусульманин, или я не мусульман. Что-то не так, брат. Или посланник Аллаха не мог попутать, или перепутать, или что-то ошибиться. Он сказал зеркало, значит зеркало. А реакция, когда человек испачкался, зеркало смотрит, он сразу чистит, не хочет грязно выйти среди людей. Ты увидел, другие не видят, ты должен исправить, брат. Почистить зеркало, взять салфетку и почистить. Но ни в коем случае, если ты мусульманин, размазывать эту грязь. Даже если она есть. А ее нет, у меня здесь вообще не было, брат. Я лекции делал, мне туда грибаты сделал. Ладно, эти люди были далеко, они нету информации, написали, ошиблись. Они могли говорить, да ладно, что-то неправильно получилось, ошиблись. Я сейчас на опровержение сделал, это мне вред. Их опровержение, и мне таски, если сделать хорошее, это мне вред, брат. И вы все это понимаете. Если что-то скажут по ошибке, тоже вред. Вот такая ситуация. Разбирать и пред Аллахом, все будем встанем в суд и не будем отвечать. И то, что вы не можете отвечать пред Аллахом, не говорите сейчас на этой дуне. Мы быстро эта дуня уходим. В ней вот так просто листаем, как календарь. Кто из вас существует здесь? Все его планы выполнять, спокойно размышлять и даже все быстро летит. Это время перед судным днем. То, что ты сказал и забыл за том чаепитии, ты за меня мясо кушал, она тебе напомнится. Прямо напишите, перед тобой это предъявится. И будешь ко всем перед Аллахом, перед всеми людьми судить. Просто побойтесь Аллаха. Есть люди за приезд Хаджи Ясина осуждают. Уже время даже не начали. 18.00 и число поставили. Кто пригласил, мы сами даже не знаем. Просто за эти же события откладываем. Разве не готовы такого уровня человека, нет? Мы между собой даже не можем определиться давно, кто есть кто и что есть что. Просто себя элементарно, как обычные мусульмане, вести себя не можем. Я не говорю, что высокий нрав, там, ахлак. Это совсем другая тема и другой уровень. Просто не вредить мусульманам. Это хороший уровень, брат. С этого будем, вот на эту планку поставим, будем к этому стремиться. А кто будет на пути Аллаха работать, они всегда найдутся. Но мы поставим для общей массы не вредить. Просто не разговаривай. Не мешать ни руками, ни ногами. Сиди и смотри телевизор. В мире животных смотри. Лучше ахсан нас, как говорят, в сети.
Uči čovjek. Jedli ti to kaj tas može djelat, kak fazno vlaki i mire životne smrđenje. Ili agarodi kapatne. Но не верит, брат, в эту тему. Там просто очень много лжи. Аллах знает людей, которые одну женщину, которая двумя никами. И как Ахаду Сунна, и как суфисты, и разжигают. И там, и здесь, и там, и здесь вот так разжигают. И сплетни нас. В Аллахе признался. И сейчас я дошел, опять эту женщину, эти же тексты рассказывают другим именем. Сидят в Фейсбуках, однако, и раскачивают между собой фишки. А есть зеваки и плюют на это. Я лучше умолчи, брат, не влезай. Вот не твоя компетенция тема. Ты не владеешь информацией. Все. Аллаху а'лам. Как говорили сподвижники. Аллаху ва расулу а'лам. Аллах и посланник. Аллах больше знает. Я не молчал. А мы все хотим умным казаться. Берем нахуй, как какой-то копируемся, какую-то статью туда ставим, ему вот сюда ставим, а я ты ставим, и там. Какой уже сразу шейх превращает. И этот брат говорит, он столько там нахуй делает, чтобы мы подумали, какой-то гигант здесь. Увидим в жизни, он такой пацан молодой. Отсюда сюда просто за клавиатурой только гигантом качество. Конечно, он где-то что-то попутает, текст никуда не нужно поставить, опять фигня пошла. Ты не ахнул, брат, оставь, не лезь. Другой вопрос. Есть люди, которые в шуре недавно уже не участвуют. Их нету там. Давно нету. Там несколько человек осталось. Что, чтобы они не сделали, опять наши люди. Брат, они не шуры. Если даже они кто-то представляет себя, он представляет, что он космонавт, но не космонавт, а нет его там. И мы его мнение не берем. Сейчас какая-то ошибка заранее. Кто-то даже не от кого-то объявили, что он давно не там. Все равно будет дальше в процент. Все равно он нас это представляет, он нарушает это. Брат, на самом деле его там нет. Есть тот человек, который из-за того, что за шуру говоришь, его там нет. И то, что ты знаешь, мы тоже знаем. Да? Вот то, что ты недоволен, мы тоже недоволен, брат. Но мы когда смогли, мы отстранили и предупредили. Не раскачивайте эту тему дальше. Опять-таки, какая бы ни была, это тоже какое-то лицо. Не пачкай. То, что запачкано, они уже ушли. Тему закройте. Но есть другой вопрос. Просто есть... Знаешь люди, которые вы уважаете, им ходите в хокму делать, в случае чего. Мы со всеми с ним советуемся. Вот так его лучше закрыть, потому что какие-то люди запачкали. И оставить как есть, их убрать. Пришли к второму мнению. Этих людей убрали, и они сами некоторые ушли. И альхамдулиллах, там нету что отлично. Там все арбусного джама, и на манна же арбусного джама. Иншаллах, не допустим, такой человек, другой левый человек приходил. Поэтому тему прекратите. Ну что, Халид Ясин опять, тема на этом, что прекратилось. Он готов приехать, и он звонит, сам спрашивает. Он на связи, и визу тоже, иншаллах, можем делать. Бывает имя вопросов у нас, мы не готовы его принять. Вот это просто толпа, мы не хотим толпу его приглашать, мы хотим джамаат его приглашать. Наш джамаат, чтобы его пригласил. В толпе один человек, а ему делать, и здесь готов, между собой потратиться. Настолько мы на самом деле примитивны, наверное, так же нельзя, и мы здесь взрослые люди, разумные. Все говорят, что на августе, на апреле, все лекции ходят, все на лекциях, и где-то плачут даже за ребят. Сделал же наш надир, брат, маша Аллах, хафиз Аллах. Делал же лекцию, да? Поплакал, через день опять прибавил делать человек. Посвятите за Аллах. Это в Аллахе, Аллах правильно говорит. Фаля таназау, фатафшалу, фатабабаду. Не спорьте между собой, не делайте фитну между собой. Фатавша душу вы потерпите неудачу. Фатавха барихакум, и ваша сила уйдет. Прежде чем ты с мусульманом за него хиба делать, с ним воевать, у тебя есть 5 миллиард кашеров, которые Аллах тебе их объявил уже врагами. Потому что это Аллах враги. Не верят в Аллаха, не признают посланника, и мусульман тоже не любят. Среди их этих есть еще в исламе тоже, течение 73 течения. Эти 72 течения тоже с ним можно сражаться информационно, да, вот, жабучи, предупреждать кадерити, джахмити, шиити и другие. Вот тебе враги еще. Еще среди, которые называют, есть видачи, есть мужчины, можешь информационные, на себе ходят, с ним говорят. Мужчины, значит, нам сразу, которые внутри нас, они от тебя, смотри, кафир от тебя не страдает. Помните, я рассказывал историю при Джафару Садре, потомок посланника Аллаха, имам.
prijom, один человек прием для вас сделал. Он ему говорит, а зовут Абу, ты согласен на это, а зовут дело? Он говорит, нет. А зовут Абу, с фарисами дело, в Российской империи? Он говорит, нет. Вот он странно говорит, а тебя римляне спасли с кафедры. И персы от тебя спаслись, а но мусульмане от тебя не спаслись. А тебя кафедры ничего не получают, брат, вреда. Ни американцы, ни другие, которые мусульман во всех странах просто бомбят. Ты на них информационную войну не делаешь и не выявляешь их куфры и все, что плохо. Или другие кафиры. Наоборот, еще умудряются с этими флажками, с этими гербами. Сюда мечеть заходил. Аллах сегодня тоже выйдет на джума. Вот такой герб здесь, хрест здесь. Как вообще, как он мыслил? Этими крестами ходишь, кафирами считать им благо делаешь. То есть ты... Тебе наплевать, что ты с этим флагом ходишь, а нас убивают. Вот представь, Имам Шамиля, ты вот российским флагом ходил, и он тебе встретился на одной дороге. Уже тебе там сразу, куда нам надо. Как минимум. Чуть-чуть хотят подумать, это у вас мозги есть на самом деле. Вы с мусульманами или не с мусульманами? Если с мусульманами, мусульмане наши друзья, они наши союзники, их флаг наш флаг, их обида наша обида, их дружба наша дружба. Если с кафирами, то их флаги, наши флаги, их гербы, наши гербы, их обиды, наши обиды. И мы их союзники. Нету здесь третьего. Здесь есть куфр, здесь есть имам. Посередине лицемерие. Лицом мусульмане, а сердцем кафир. Вот эти середины лицемерие нас и разводят туда-сюда, нас раскачивают, и мы как вот по течению плывем там. У нас есть мозги, и у нас есть язык, можем спросить, можем задуматься, может это не так или... Как минимум, Аллах говорит, он должен был подумать хорошо и сказать, что это буфтан. Вот и первая позиция, пока ему не докажет. Вы запомнили это время Аллах? Аллах говорит, это вам хорошо. Это буфтан, это вам не вредает истории. Хорошо в том плане, если мы этот урок возьмем. Запомните, да. Чтобы вы в судный день вместе с этим лицемером и Яхудом, Абдул-Абдул-Абдул-Абдул, Абдул-Абдул, не стоял, что как раз с этим буфтаном. Вместе с ним не судился. Запомните урок. Или ты перед Аллахом за это будешь отвечать. И потом не говори, что нас их не делали. Если даже есть у брата недостаток, посланник Аллаха салтам говорит, «Ман татабба аврата муслимин, татабба Аллах аврата». Кто говорит, за мусульмана аврата не следит, и их недостатки искали. Аллах за его аврата муслимин. А когда Аллах его за его аврата муслимин, Аллах его опозорит даже себя дома. Он не успеет из дома выйти, слово сказать, Аллах его дома обозорит. Аллахи, то, над чем ты насмехаешься, брат, один день Аллах с тобой сделает. Мусульман поскользнулся, упал, ты посмеялся, ты обрадовался, ты сам упадешь один день. Такой же сюда попадешь. Если ты день, когда нужно мусульмана честь защищать, ты наоборот сам еще попрекал, Аллах день, когда тебе нужна будет защита, Аллах тебя оставит. Если кто хочет устно мне вот с этих предъяв, которые есть, правильно сказать, подними руку, в Аллах я на нем не обижу, то, что скажу, как есть, или можно даже дали привести. Бисмилля. Мы не здесь не пропали, потому что нас, ну, мы хотим с вами видеться или лекции делать. Мы сказали, Аллах, чуть занят, чуть напряжение брать. Вот сейчас сезон новый начался, учебный. Есть много работы. И кто звонит, большинство звонит, или семейный вопрос, или его проблемы будут решать, или сына на учебу устроит по блату, даже места закончились, или когда хотя смотрели. Из этих трех вещей никто не говорит, а потом, да, чем помочь? Чем, как я могу какую-то пользу в этом принести? Или в открытии, или приезде, или встрече, что я могу сделать? Пять человек не спасло так, за все это время. Чтобы отдельно пять человек пришли. Одной группе пять ребятов наших пришли, а пятый здесь бывает, в этой компании. Я вообще говорю, позвали и сказали, у меня есть вот такая специализация, или у меня есть вот такая возможность, или вот это, или совет, или просто я за вас дуаю, знаете, пусть Аллах вам поможет. Кто догадался? Так мусульмане делают, истинные мусульмане так делают. Большинство хотят свою проблему решить, но ехать, даже спросить, эх, он хочет, чтобы я здесь его принимал. Брат, за один хадис, который он знал на Иисусе, чтобы услышал от человека, который еще выше рассказал, человек месяц-два пути на Иерусалим делал. Ты хочешь свой вопрос решить, даже не хочешь
čas, dva, pa jezi. Čut oče postajati, spasi. Može vas mušajati, že ono oče da se postajalo. Какие капризные мысли? Лежи на диване, мы тебе разжуем, ответ, и тебе ложку в рот поставим. Нет, только не двигайся с дивана. Матвей, а то лишние жирные клетки у тебя исчезнут. Что за день? Что за вообще воздушие? Что за гордость? И здесь нет гордых людей. Если кто-то ислам, кто-то ко мной ходит, не пускай, брат, у меня там дальше дело есть. И я знаю, что твоя колючка, которая здесь на ноге застряла, для тебя важнее, чем там 100 мусульман убивают. Ты за эту колючку будешь не жаловаться, а за мусульман ты и не вспомнишь. И поэтому ты со своей колючкой ко мне приходишь. А мы чуть-чуть питаемся, да, общему. Аллаху питаемся, где-то получается, где не получается. Где не получается, помоги нам, подскажи. Из тех, которые здесь дава делают, или работают на пути Аллаха, никто не спасет. Я ни одного человека не слушал, что до него ебать не делают. Что до него фит не шли. Если есть, подскажите мне. Я скажу вам, что за ним говорили. Потому что они до меня дошли уже. Ну, позиция такая. Сперва подумал, хорошо, и ему сказать, это Бог там, пока ты не докажешь. Кто видел, кто слышал, есть факт. Факт был, что целый вечер меня там видел, а мы туда кто-то вот здесь увидел, что я 2000 людей собирал. Вот из этих 2000 людей хотя бы один человек не видел, но весь кто это сказал, я видел. Хватает, да, пусть взрослый тоже хватает, все сразу остальные распространяют. Детский сад. Ассаламу алейкум. Вопрос. Можно ли мечеть второй или третий раз намаз для маадила? Очень сложный вопрос. Мечети второй джамаат, кто опоздал, делать можно. И третий можно делать. Посланник сказал, намаз, кто опоздал, мечеть намаз не попал. Сказал, кто хочет, сад опоздал, чтобы с ним намаз начитал. Это второй джамаат нельзя было таким, как сектантам, когда проходит сюда, специально с этим имамом читает намаз, эфир по джамаат восход делает. Когда такфиристы могут сказать, до этого такфири отдельно джамаат проходит, другой там шрити отдельно свой джамаат, чтобы это не было, и запрещается с вами такие вещи. А так, потому что ты опоздал, наоборот, посланник сказал, на одного сторона, который уже читал нам, сказал, тебе садава будет, сунна такой ему, да, нам можно читать, никакие проблемы нет. То, что там есть хадис, там нет просто у него есть толкование. И есть ситуация, говорит, как объясняется. Какие права имеет жена покойного брата мусульманина на его имущество? Также у него есть дочка, какие права имеет она? Ей 2 года сейчас. И как делится его, делится его имущество? Казакалабхэр. Это тоже лекция должна была у нас состояться в дальнейшем. Я собирался делать лекцию про завещание и наследство как делится, потому что я знаю, в Дагестане массовым образом нарушается это. И это очень серьезная проблема. Серьезная проблема в том плане, что Аллах не спасал аяты в Коране. Сурат Ниса, начиная первый аят, там Аллах разделил имущество мусульман после смерти. Как надо, кому надо, сколько полагается. И после этого Аллах сказал, «Тилка худуду Аллахи фаля та'тадуха». Это граница Аллаха и не переходите их. То есть Аллах разделил четко, ясно, кому какая доля. И сказал, это граница Аллаха, не переходите. Процентов 99% среди мусульман имущество пожиратым делится. Или отец при жизни говорит, вот это мой сын дом, вот это участок там у самого сына, а дочки обычно они оказываются на ауте, им ничего не достается. А дочке полагается по шариату, брату, сыну, 2 доли, а дочке 1 доля. Если там 3 миллиона осталось, 2 миллиона мусульман по сыну, 1 миллион дочке. Это ее законное шариатское право, и ни один человек в мире не имеет права ее лишать. Кроме Малания Аугирс есть, если она убила своего отца, чтобы быстро ускорить наследство, чтобы быстро взять, тогда и лишает наследство. Или что она куфр, то есть она стала мутанткой, если она не мусульманка, отца наследство не получает. Или третье, что если она не мусульман, рабыня, если она не свободный человек. Потому что рабыня не имеет права на иметь что-то. Все, что ее, это хозяин. Этого нашего нету. Но муртады, ни кафир, не берут наследство мусульман. Также, кто убил отца или своего родственника, чтобы наследство того, тоже лишает. Остальное никто не имеет права лишать наследства.
Наследство при жизни не поровну никак полагается, это зульм. Это зульм, и посланник Аллаха, когда пригласил его быть свидетелем, когда дарят раба своему сыну, жена сказала, я что-то сомневаюсь, пусть посланник Аллаха будет свидетелем этому. И он пришел, он говорит, ты каждому сыну подарил во мне, тогда я не буду быть свидетелем, где зульм делать, несправедливость. И он ушел. То есть каждому сыну, если ты даришь одному, да, он каждому дарит. Нельзя не сказать людям. А после смерти, как она спросила, она имеет право, жена, если у нее есть ребенок, одна восьмая часть ее имущества. Если дом оценили 800 тысяч, 100 тысяч ее. Дочка получает половину, если сына нет. И если у нее есть отец умершего и мать, они при наличии детей, они получают 1/6 часть. И отец после 1/6 часть, если что-то доля останется, то точно набирает. Если детей нет, отец и мать получают 1/3 часть. То есть жена должна получить, дочка половину, жена 1/8 часть. Если там мусульмане, честь, Аллах боятся. Не боятся Аллаха, судьи дела не заберут. Это харам, и это кушать имущество тоже харам. И имущество, которое вы родственники говорите на тазия, там держат корову, там садака делают этих сыров. Это имущество, это самое харамное имущество. Если есть имущество харамное наследство, это одно из самых харам. Потому что ты кушаешь наследство сыров. Был богатый, несправедливо. И это огонь тебе в животе выгорит. Аллах столько этого, кто кушает имущество, послал. Это, когда человек умирает, есть на него ахкам, первое, его надо скупать, помыть, саванта вернуть и похоронить. То есть, то, что уходит на похороны, оттуда имущество берется. Второе, если у него есть долги, с этого имущества долги отдаются. Третье, если он завещал, завещание написал, 1/3 часть имущества, если там 3 миллиона было, 1 миллион, он может завещание делать. Медресе, мечети, там, дороги сделать, фисали, вакфу можешь сделать. Это его хак. Если больше, чем 1/3 часть, если наследники позволят, позволяют. Если не позволят, только обрубаем на 1/3 часть. Это завещание. Потом идет наследство денег. Зваем всех людей, кто остались после смерти. Родители, дети, жена. Кто там остается? Если эти самые близкие родственники. Если их нет, то идет дальше. Доходит до племянника, до дворяна, если их нет. При их присутствии детей и родителей, они не имеют права получать дальние. Когда близкие есть, дальние не получают. Этих людей вызывают, и у них есть Аллах разделил каждому долю. А детям 1/6. Детям, мужчине 2 доли, дочери 1 доля. Жене, если детей нету, 1/4 доля, если детей есть, 1/8 доля. Вот так они лучше делятся. Я просто коротко объясняю то, что потом им дал лекции, подробно объясню. Понятно ли? То есть суть этого ответа более подробно, того, что вы должны знать, что если человек умирает, там каждый у нас умирает родственники, что есть шариатский раздел имущества. И кто его приступил, это преступник перед Аллахом. Я вам сказал, не переходите эти границы. Как Аллах сказал, так и делите. И первый ильм, который Аллах перед судьбой забирает, это именно ильм разделения имущества. Ильм аль-фарай. У нас в Дагестане есть человек, который по этому вопросу есть иджаза. Один из хунзарского района, у нас брат мусульман себе учился в Абазан, но иджазу взял по этому вопросу. И когда с серьезным вопросом, не случится, мы можем его переправить. Иншаллах. Я с женой живу в одном доме с родителями. Кухня общая. Моя мама работает в банке. Вопрос. Дозволено ли мне кушать продукты, которые покупает нам со своей зарплаты? Ведь кухня у нас общая. В этом доме нашей религии не препятствует Казахова. Поехали. Еще один ахирный. Дома сидит, мама в банке работает, кормится дома сидит. И из-за этого вся проблема. Если ты женатый человек, вышел бы, работал, зарабатывал на хлеб, тебе не пришлось бы нам подачи маме кушать жить. Тем более банки не работают. В любом случае, брат, пусть мама дома сидит, а ты зарабатываешь, и мама не свою жену содержишь. И банки работают харам, как минимум. И то, что ее мучает, тоже харам. И тебе это тоже харам. Ее отправляют в банки дома сидит, тебе вообще двойня харам. Ты как мужчина не выполняешь функции. Поэтому мужчины дома сидят, не работают.
Mami, žoni, sve djelo je, pa etan, mušini stari kak ženšini. U njih prvim kad žolti pese, a vzuda riba djel, bože djel, nije to. Na djevoj se da, na glasnih kak potpiška imam čaj sa. I Facebook i Facebook nas pasa ne. Bože mi djel je. A mama tam bat je haram i djeng, da bat će vam kušat. Maša ova. Jesi nije dva djenta si igrat svetbu, no, obstajateljstva. Ближайшие 6 месяцев не получается их сыграть, можно ли сейчас сделать никак, чтобы не было греха нам общаться. Если можем, то какие на мне обязанности, если мы не будем жить вместе? Это 6 месяцев. И как вообще лучше будет сделать в этом ситуации? Вопрос тоже часто возникает постоянно. На арабских странах более поставлен этот вопрос. У них называется сватовство, что они приходят за эти девушки, они ставят там никак. Это называют они хитбату шейх, там китабату шейх, то есть они пишут это никак, мертвый шейх чат ставит, они никак ставят вначале. Потом они готовятся к свадьбе, там дом готовят, свадьбе готовятся, и он может к ней в гости приходить, общаться. Какое-то время пройдет, там официально объявляют, до этого они спят, но общаются. И махаля с ней общаться, потом делаю свадьбу, и когда людям объявят, что она его жена, тогда можно им спать вместе, и они спят вместе. Конечно, юридически она его жена, если никак, почитали. И лучше не затягивать этот месяц, 6 месяцев, 8 месяцев, она потом, потому что общение 6 месяцев вызывает очень много споров. Общение без контакта, супружеские обязанности, она, во-первых, они не могут границы этим общением поставить. Потихоньку, любого, дальше углубляется разговор. Потому что ночью гонят, разговор о чем может быть? Конечно, романтический разговор. Конечно, ее все больше и больше зажигает, а еще и ждать и свадьбы, и 6 месяцев, это не шутка. Да? Лучше за месяц, максимум 2 месяца. А так за полгода это очень много. И пока ты с ней вот общаешься, только уже на море приблизились, начнет уже обратно ссорить. До свадьбы уже настолько все. Часто очень бывает, потому что нету контакта, нету. Он хочет пообщаться, а у него не получается, хочет встретиться, потом хочет дальше с ней побыть, уже это дальше, и остальное очень тяжело. Но чем эти свадьбы уже день назначены, к этому все идет, заранее как почти на год лучше. Пусть это месяц, полмесяца, год, 2 месяца, пообщается, поближе узнаем чат, может прийти в гости тоже. Если он заранее узнает, у него недостаток, что его обманывает, это ему позволяет узнать. И Аллах Куран говорит, «Ля джунах алейкум, им таллактум нисада, абрантам ассухума». Нет на вас греха, если даете развод, что им жена, до того, как их прикоснетесь. То есть пока вы с ним не были, если вы узнаете какой-то ай, поймете, что это не ваша жена вас обманывает, то если вы развод дадите, нет греха на вас. И никто не имеет права осуждать. И очень много есть среди братьев и сестер тема, он развелся, это обсуждение. Или он женился, это обсуждение. Желтая пресса, как они говорят. Конечно, наман достойный мусульман, так вещи не будет обсуждать. Скажите мне, кто может сказать, сколько раз Божна Ромару Мухаттаб? Сколько раз Божна? Или Али? Или Усман? Сколько раз Божна? Абу-Бакр 4 раза. Умар 7 раз и 2 наложницы. Усман 9 раз. И больше 10, по-моему, наложниц. Алиасхаб 12-13 раз был женат. И по мнению одного 13 наложниц, по мнению Ибн Таймия 16 наложников его было. 13 раз женился, имеется в виду развелся, женился, или что только 4 имеет право иметь. Или жена умерла и развелся, как Фатима умерла, другую взял. Развелся, другую взял. 13 раз. И по мнению Ибн Таймия, 16 наложниц, которые может не спать, и детей уметь. Представь себе, если я позволил себе такую близко сделать. Каждую клетку мою тогда забрали бы ее и собрали. Мы не знаем это даже. Знаете, почему мы не знаем? Мы не знаем слово. Абдур-Рахман Ауф, который рай обещал, 20 раз нужно. Другого сподвижника 31 детей было. Жен даже не там уже, а что такое спорт после, то точно не знаю. Ну, 31 детей то, что запомнили. Знаете, почему не знаете? Потому что это не важно. Не важно, сколько раз был женат Омар или Али.
Važna tema nam bilo i što nas treba, kako je primjer ko se sebe stavio. Kto zna koliko će im bilo u mam šafe, kak ih zvali. E ta patrona, a nije važna je patrona, istorije ti ih pišu. Но когда мы читаем историю Умара Хаттаба, мы на это внимание концентрируем, только не жену, как их звали, красивая ли она была, высокая ли она, кому это надо? Это мы здесь сейчас, это желтое резание, мы мелко мешаем, занимаемся, у нас нормально видеть хотя нет. Эти люди были великими людьми, эти великие поступки мы сейчас обсуждаем, а эта тема интересна. Кому-то, кто подробно изучает, может заинтересовать. Вы знали это? Я уверен, 90% знали. Я не хочу, потому что Умар не за это, он известен. Умар известен на свои другие поступки, за справедливость, за джихад, за рельму. Очень много поступков, которые можем до утра обсуждать. Но это последняя очередь. А у нас эта тема первая очередь, другие темы последняя очередь. Все вверх дном перевернулось. Мы стали как женщины. Это может в то время женщины обсуждали. Но женщины, альхамдулиллах, историю не писали. Это не осталось обочине мусульманской истории. Это не интересно Богу. Интересно Богу, кем он, какой личность Бог. Если жена мужа разгневала, то какое наказание ей от Аллаха, да воздаст ли Аллах правду. Да. Какое наказание, если мужа разгневала? Аллах знает. Я знаю, что надо просто извиниться перед мужем и исправить. Аллах Ваим говорит, инна хасанат. Юзим на сайя. А истинно хорошие дела стирает плохие дела. Если ты размел, сейчас развесели и обрадуй его. Сделай так, чтобы когда ухмылился, сейчас улыбнулся. И используй все свои хитрости и навыки, которые тебе мама научила, или другие сестры, ухтишки научили, чтобы обрадовать его, а не разгневать его. Они же учат обычно, как нам нужно следу поставить, как мы можем командовать, как свою тему протолкать. Учат же. И мамы, и родственники, и тети приходят, и сестры приходят, которые битые такие более-менее опыта. Очень же. Они уходят, жена уже меняется, уже что-то другие темы появились, что-то начало голова качать. Пусть они научат, как его на самом деле сделать довольным. У них тоже надо опыт есть ассимиляции. Надо делать так, чтобы то, что ты разгнал, во-первых, извинилась, того сделала перед Аллахом, и сделала так, чтобы накладывалась. Иншалла ты дала себе. А какой грех будет вот такой, или как он тебе за это будет наказывать, Аллах не знает. Это харам и грех, и гнев от Аллаха. Просто то, что ты сделал, исправил. Уже 5 лет с вами стараюсь соблюдать, как уверовать. Как стать из числа уверовавших? Первый вопрос. Второй вопрос. Трехкратный такбир во время хутбы. Нужно ли это делать, сидя в уютной мечети? Трехкратный такбир во время хутбы. Нужно ли это делать, сидя в уютной мечети? Кто это вопрос написал, может мне объяснить? Это кто, когда хутбу сделал, разогнался, это так верно, мы подавляем разу, поддерживаем. Нужно отдать ему говорить. Не могу сказать, нельзя. И ну, нельзя сказать, что это там надо делать. Если человек сказал так верно, там не Аллаха. Ладно, альхамдулилля. Ахмед, наверное, тоже фитна, который есть. Он же тоже в список попал. Хотя он там с нами был. Он там был, он там намаз читал имамом, я делал лекции, он делал насиха. Он был из Саудовской, он был из Индуа, мечется, он болеет Ахмад. Знаете, он делает это, я говорю, брат. Ахмад нормальный брат. Он нормальный апрель. Если у него есть какой-то там недостаток, что-то мы замечали, мы насиха делали, он Аллах исправлял. А большинство то, что если он читает это наговор, то он это говорил, что это не так. Мы, альхамдулиллах, общаемся, нормальный брат, оставьте, дай его покой. Он и так впереди всех, я вам рад, здесь он под прицел попадает, оставь на нем камчия. Аллах, большинство братьев любят, за ним намаз ушел, истинный намаз он чувствует. Он находит человека настолько один мат. Не надо дать, он на самом деле он не выдерживает это ваши ребята, вот он сзади. Он на самом деле не ученый человек. У него сердце тоже тонкое. И нельзя обижать человека. Мы тоже как подходили, которые мы знали, что-то он ошибся, он никогда не больше не исправил. А если где-то наговор был, мы говорили такая тема, он ей говорил, как есть, и он нормальный мусульманин. Какие, как вы. И он может тоже ошибаться, но его ошибки то, что он впереди на сцене, как получается, да?
Это всем видно в жизни, когда смотрите, мы любим. Видно, брат, ну, он нормальный брат, у него ахида тоже нормальная, у него просто ахида не тоже мусульман. Он спрашивает знающих людей. Была тема, что только одного шейха советует, такая тема, помните, это была, и аль-хамдуля нет, он с шейха аль-Рахманом советуется, и другими, и хамдуля, и другими, он совет, со всеми советуется, и где-то медийно звонит, оставьте это Ахмана такое, у нас другого нет Ахмана. Нам, других республикам, где мы были, то есть от Нальчики, Кисловодские, Чечни, они нам завидуют, что у нас такие чтецы есть, что у нас дават идет. Они, в Аллах, если не говорят, мы отсюда уезжаем, плачем, не хотим возвращаться в своей республике. Такую милость Аллах нам дал, и как мы неблагодарны, субханаллах, как Аллах Ва'ана сказал, «Вакалиру мин имяди яш-шакур», мало из моих рабов, которые благодарны. И если мы не будем этим нямам благодарить, Аллах говорит, если вы будете благодарить, я вам добавлю еще больше, да. Еще больше он даст дава делать, и еще больше Аллаху слово здесь будет спасаться. Такбир! Аллаху Акбар! Видимо, у меня накопилось это. То, что сейчас мы сделали здесь, она уже в интернете, и она нас, ее нельзя остановить против. Это Аллах нам дал возможность. Вот то, что опять-таки Ахмад организовал семинар, для кого он организовал, что он организовал. Он для вас это все видит. Они это их команда, они это делают, братья. Их не будет вещать и так, может, как будто есть альтернатива, и много таких братьев. Нет, у нас, брат, есть люди, которые реально что-то делают, и все пытаются их, как сказать, на современном языке забанить. Сразу их вот так делают. Просто он человек, он студент. В начальной стадии студент, он ошибается, но он не лезет куда он не компетентен. Он наоборот спрашивает, ты знаешь, что говорит. Все равно не оставляет. Оставьте его покоя. И то, что это на него это пришла тема, он вообще там был, это явный наговор. Он не мог тайно извиниться, и тема такая, ну, официально извиниться, извините, это опасно что-то. Это нам только вред. И то, что написали, я считаю, это для меня аль-хамдулилля. Потому что кто-то хотели смешать, они отделили, куда мы отдельно хотим. И свою работу делаем. Это нельзя так говорить. Понимаете? Мы же все разумные люди понимаем, что это нельзя смешивать, это имена, вот это. Либо их нам похвала, это нам вредит брат. Вы должны это понимать, вы же разумные люди. Мы видим, что с барбуна происходит. Вот как будто мы с луны словились. Они их... А то, что они ошиблись, стопроцентно ошиблись брат. Ахмад и я в это время были там. И это свидетели, целая мечеть свидетели там. И нет ни одного свидетеля, кто это может обосновать. Но эта тема рассказывает, потому что просто это пришло. А кто это написал, кто за это отвечает, тоже нет. Там есть просто тема. Поэтому этот Ахмана тоже оставьте покой. Брат наш, брат он. Его мясо вам не халал, брат. Никто вам его мясо халал не сделал. Если сделал, пусть скажет. Если есть основания, пусть поднимет руку. Если то, что вы слышали, мы тоже слышали. Мы разобрались в этом. Нету там ничего. Если есть, скажите, мы сначала еще раз скажем. Если во мне есть, скажите. Если в другом месте, скажите, братья, просто подойдите. Если у вас не хватает смелости, я не знаю, хоть через записку передайте, да, субхана, чтобы я хоть знал, что кто-то что-то делает, так, с нами, и я сам. Здесь претендовать на безошибочность никто не пытается. Позиция ислама насчет этого. Вот эти глаза, вот эти вещи синие там что-то ставят, это не помогает, брат. Есть дуа, те просто мусульмане тоже, наверное, есть. Повезли калимат Иллахи Таамат Ибн Кулли Шейтам и Махамат Ибн Кулли Айн Илламат. Есть дуа. Каждый день, когда просыпаешься, делай за себя дуа. И за сына, и за своих детей дуа. И все, брат, вот это то, что нам помогает. А глаза поставишь там, врага поставишь, ничего не помогает. Никто не хочет Коран Амалдин. Все правят Коран, хотят сюда повесить, хадис нет. Как легко. Коран надо открыть, прочитать, так не жить. И вот это тебя оберегает, это тебя исцеляет, и душу, и тело. И судьи не тоже спасает, и шафа тебе делает. А то, что ты с ним ходил и грешил, это ничего не помогает, брат. И по нему не жил. Можно узнать, можно ли совершать намаз позади бидатчика, если неизвестно с уверенностью, совершает ли он ширк или нет. Просто мечеть. Находиться рядом, не хочется совершать все сразу на мечеть.
сегодня там после посаджумали, подходил, спрашивал. Я, говорю, в центральной мечети читал Расадуэн Намаз. А кто Расадуэн Ратахфиру, я не понял. Кто-то ее Ратахфиру. Я не слышал. Если слышал, то подумайте, вы ему сказали, Ратахфир, он ее Ратахфиру, это какой-то ученый, не симатопом. И лично я у него спрашивал, да, если раз, он эти вещи не делает. Или ты хочешь, чтобы он делал ее Ратахфиру? Это у тебя приятно. Наслаждение получаешь еще одного человека Ратахфиру. Это раз. Во-вторых, когда это он сказал, он говорит, а там присутствовали люди, которые делали ширик, и почему ты вместе с ними читал намаз? А, подожди, сейчас перед чем намаз читать, я буду за уши держать, вот ты выходи, вот ты выходи, вот ты все равно не становись. Где такую вообще историю видно было? Я очень низко голову выходил, вообще я удивляюсь. То есть всю историю сама такого не было, что, то, что ты бедачик, уходи отсюда, вот ты намазом сам не становись. Или там ты ширик делаешь, чтобы непонятно, кто из них конкретно делал. И вот выгоняют, сортируют перед намазом. Пасхалмас перед намазом где выправлял. Реально строил. То, что у него в сердце ковыряет, это ему попугал, мне никто не помочь. Конечно же, имам становился, когда ширик не делает. Это уже другой вопрос. Ну просто лишь бы осудить. Другой момент. Вопрос к фильму, я спрашиваю, что Америка не снят, кто-то мусульман. Да, сейчас на пророке там одну фотографию видел, что я показывал. Сирийцы говорят, уже второй год, 18 месяцев, по-моему, в Сирии, они тогда надругались над посланником, а нас подвижники в фильме ходили. Как можно так же? Сирийцы показывают, что они уже 18 месяцев над нами, над посланником Аллаха, над Аллахом надругались. Что вы делаете? Они так в фильме что делают, они живыми нас надругались, они Башару поклоняться так заставляют. Говорит, да, Башар, знаешь, что хоронят. Вот так голова торчит и говорит, скажи, да, Башар. Он говорит, да, они его даже закопали. Уже десятки тысяч убил, говорит. Убивают и детей, и родителей. Уже видео они сами снимают, просто издеваются. Родители убили, маленькую сестру убили, брата убили, двое живые, вот такие маленькие дети, остались в машине. Они вот так в полном состоянии. Журналистка с прической подходит, такой бертвалка и спрашивает. Там, это ваша мама? Она говорит, да. Интервью берет. Девушка вот в таком состоянии, ее мать, отца убили, брата рядом убили, вот такие маленькие девочки. Они у него интервью берут. Нет, забрать, спасти, что-то сделать, уж себя привести. Стоят с ней, разговаривают. Другой, который убили, сильно там была уже мать в шоке в таком состоянии, руку в карман поставил, уже мы сюда разговаривали с ней. Вот так над нами, над мусульманами надругались. Каабу разрушить, посланник Аллаху. Ахвану аля Аллаху намного легче, чем убить мусульманина. Мусульман десятки тысяч убивает. Уже в общем, конечно, достигает не миллион. Значит, полтора миллиона, миллиард, уже она не ощущается. А фильмы сняли. Конечно, козел будет на гору придет и скалу там будет бодать. Себе рога сломает, скорее ничего не станет. И как бы они не бодались на посланника Аллаха, они пытались надругаться, ничего не поменяется. Как они пытались мусульман охранять 11 сентября, наоборот, больше мусульман стало. Начали интересоваться, что такое ислам, что такое Коран. Начали толпам ислам приходить. Вообще все книги про ислам в библиотеках, эти магазины закончились. Аллах, они хотят, они хотят свет Аллаха потушить. Но Аллах не дает, субханаллах, как бы они питались. Этот фильм тоже потом приходится им самим оправдываться, а потом приходится сами себя унижают. Аллах, мусульмане унижают. Но братья в Сирии и в борьбе не видели, заживо отжигают. Это нас должно задевать. Нас не задевает, мы обсуждаем, кто где был, кто-то пытался, кто-то поехал, что-то сделать. Вот это наша тема. Насколько мы близки, Аллах сам знает. Пусть Аллах нас направит на истинный путь. Обсуждайте за ислам, болейте за ислам. Думайте, как возвести слово Аллаха, как изучить слово Аллаха, как применить слово Аллаха в жизни, в своей семье. Валлахи билляхи таллахи. Каждом из вас есть, и во мне тоже есть айбы и недостатки, и грехи, которые больше, чем достаточно, но времени хватает их исправлять. Каждый день пусть для этого смотрит перед сном или когда просыпается. И прежде чем кого-то осудить, подумает, во мне все хорошо. Совершенен ли я?
Čist li je pred Allahom? I što je za to pred Allahom? Pa kaže, što je zdjelo? Pa tom budi dumat, kao to, a su vidi ili? Na seh iz ajbi, kako nam Božiće na sadašnje. Nam ne da drugih djela. Prosto ni, sa mojim ni sebe zabili, sve drugim za inače. Eta sifati nišćasnih ljudi, kateri Allah ni dao taufir. Ljudi kateri Allah dao taufir, istine musulmani, tabirini, ali kaži djeli pred noću, pred snom, sebe asuždali. Hisad djelali. Govori Umar ibn Khattab, hasibu anfusakom qabla an tuhasabu. Djelajte hisab za svoj nafs, prečem Allah s vas hisab djelaj. Vazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum i vaši dvisti i vaši divaga zvečujte. В этот день, целый день, я хорошее много сделал или плохое? Полезное или не полезное? Кабле антузана алейкум, Умар говорит, прежде чем на ваши вести, на веса судьи день, Аллах на ваши дела свезет, сейчас свезет. Перед тем, как себя нужно попасть, там же две на месте ставят. Ставят, сколько килограмм нужно вести. Прежде чем туда на самом поехать, ты дома тоже свешиваешься. Ты гонял вес, сколько нужно, свезет, держит, потом все на месте становишься. Прежде чем ты не идешь, просто становишься. Ты вес гоняешь, держишь на определенный вес, не кушаешь там. Чтобы на этот вес пойти, следишь за своим весом, за своими делами следишь, прежде чем на те весы поставить, во свои здесь весы поставить. Если здесь они у тебя больше станут, там тоже больше станут. Если здесь они даже вот так мимо не проходят, плохие, хорошие, тогда знаешь, что там тебе плохо будет. Алхамдулиллахи раббиль аламин.